Почти 100 тысяч правонарушений выявили в крае за прошлый год. Это сообщили на краевой коллегии прокуратуры, где подводили итоги работы. Расширенное заседание посетил губернатор Александр Усов. Присутствовал заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин. Он подчеркнул, что краю важно уделить особое внимание снижению уровня безработицы, расселению людей из аварийного жилья, а также разобраться со сферой ЖКХ, где оборудование и магистральные сети сильно изношены. Кроме того, заместитель генпрокурора обратил внимание на уровень безработицы, безопасности на дорогах. В свою очередь, глава региона отметил, что аварийность на трассах напрямую зависит от состояния магистралей. Мы входим в пятерку лучших регионов страны по качеству. Но методика распределения финансовой поддержки со стороны федеральных органов власти сегодня такова, что в первую очередь финансируются те регионы, где качество дорог низкое. Просим и настаиваем на пересмотре соответствующей методики. Благодаря, кстати говоря, особому вниманию к Красноярскому краю, мы зачастую получаем неосвоенные деньги, в том числе из федерального бюджета, на ремонт. Но, тем не менее, естественно, они попадают к нам, как правило, достаточно поздно. И освоить их тоже сложно, коль скоро в ноябре в Сибири асфальт уже не кладут. Да, некоторое снижение присутствует, но при этом при всем число травмированных лиц у нас погибло только в крае 365 человек за год. Вдумайтесь в эту цифру. Надо вырабатывать другие решения, уберегать наших людей.